Приехали заводить Nissan Kida. Стоит на солнышке, место красивое. Расскажите вкратце, что вы с ним делали? Да ничего не делал, на работу приехал. Получается, смена 2 дня назад была. Ну, утром завелась, все нормально, вечером сел. Там портативная зарядка есть, пробовал заводить. На автозапуске не стояло? Да, на автозапуске. Получается, вечером не завелась, вчера приехали, пытались с проводов тоже. И крутит, не схватывал вообще. Ребята, что такое Тида? Да. Можно выкрутить только одну свечку. Дальше пластиковый коллектор перехлёстывает все остальные 3. То есть свечи здесь не выкрутить на этой машине. Будем греть, пробовать отключать бензонасос. Вот там как повезет. Потому что здесь ни форсунки не отключить, ни свечки не выкрутить. В общем, жопа. Nissan Tida — это одна из труднозаводимых машин на самом деле. Если она залилась, ну тут 50 на 50. Сейчас будем пробовать бустера Тиду. Нагрел ее уже, тут вообще просто, блин, просто капец какой-то. Уже все горячее. Что нахер выдергиваю, пока я ее не перегрел. И идем заводить. Заводим пока со своего аккумулятора. Опа. Так. Аккумулятор севший настолько, что даже ключ не поворачивается. Будем ставить бустер. Ну, он лежит, он, наверное, из-за того, что аккумулятор у вас севший или нет. Пробуйте завести без проводов пока. Вот система Нигер. Мне не удалось повернуть почему-то. Тоже не получается. Ну, он бывает заедает, да, у вас или первый раз? В общем, какая-то проблема. Сигнашку реагирует? Ничего не реагирует. Ничего не реагирует. Попробуем, наверное, подсоединить все-таки бустер, потому что, наверное, аккумулятор вымер совсем. Давай. На, аккумулятор совсем вымер. Давайте, пробуйте, заводите. О, нет, напряжения не было. Аккумулятор совсем сел, да? Ну, совсем. Бустер тоже что-то его не хочет. Чуть-чуть, я думаю. Бустера не хочет. Не хочет, но... Ну дела. Да, давно стоит машина? Второй день. Ну проверьте, у вас утечка возможно. Где-то поток снижается. Лед сам по себе уже не исправен. Надо будет к электрикам заехать. И бустер разрядился у меня. Разрядился? Взял, но... Вода. Заводите? Заводите. Завёз, это ни в чём не бывало. Что-то сосёт аккумулятор не очень сильно. Парни подъехали, отогревай тоже. Конкуренты приехали. Субаристы. Субаристы. Вы не конкуренты, а субарист. Здорово. Привет. Еду мимо, смотрю, парни мучаются. Ну все, я обкатку прошел уже. Теперь надо прошивать. Настраивать? И отжигать, да. Вентилятор сжимается на морозе, вон аж как приподнялся. То есть на мороз их стягивает. Они вижу, были. Но... Да, видишь, что тот нормально, а этот выгнало морозом. Чё? Отогревать надо феном их. Синапс трехпортовый. Пока на один порт. Ну я понял. Без гейт стоит там? Надо да, есть, да, вон он гейт. Да. Зацеп нужен для прошивки. Зацеп. Ну, блин, буксует, конечно. Надо ждать весну. Киду завели, отсоединяемся, едем дальше. Такая картина. Мерседес улетел и воткнулся в теплотрассу. Стоит пожарка, скорая, видимо, либо плохо человек устал, либо пьяный врубился на скорости. В общем, бахнулся. Милиция стоит. В общем, вот такая картинка. Прямо 3 километра. Холодная. Сейчас будем пробовать бустера. Так, соединяемся. Ова. Заводите. На улице 30-ка. Машина холодная. Не грели.
все. Это для тех специально видео снял, кто говорил, что бустеры говно и они не заводят. Холодный Nissan. Я к нему подходил, он чик-чик только стартер делал. То есть аккумулятор был полностью в ноль. Сейчас машина завелась с бустера. Минус 30. Хейтеры, отдыхайте. Все. Спасибо вам огромное. Да, и сколько вот такая беда стоит? Это, по-моему, около 6 тысяч. Я его полностью заряжал сегодня, заряжал часа 3, наверное. Вот он после вот этого Hyundai даже не разрядился. 100% показывает. Сейчас будет видео номер 2. Еду к Рено. С севшим аккумулятором клиент позвонил, аккумулятор сел, говорит. Тоже не греть, тоже будем бустером стартовать на минус 30. Снимаю специально такое видео. Хочу, чтобы хейтеры усрались в этот раз. Здравствуйте. Сел опять совсем не заводится, да? Ага. Сегодня будем пробовать с этого устройства. Да. Вообще сел. Давайте проверим. Покрутите. На улице минус 30. Рено. Не грели. Машину не грели. Понятно. Аккумулятор севший. Ну, не до конца севший, да, так средний севший. Подсоединяемся. Не очень удобно. Контакт плохой, сразу говорю. Все, готов. Заводите. Подсоединили. Пусковой у него 600 ампер. Машина холодная. Не грели. Свечки подзалились. Но крутит? Крутит хорошо, завелся бы, если бы не подзалило свечи. Сейчас, возможно, пушкой будем отогревать. Так что, те, кто говорит, что бустер говно, отдыхайте. Давайте еще раз. Все, надо, наверное, отогревать пушкой у вас. Пушкой? Ну да, потому что не хочет. Залили вы свечи уже маленько. Да не маленько, в принципе, уже залили. Ну, давайте пушкой попробуем. Ставим пушку. Так, смотрим. Можно сесть, спасибо. Да, конечно, садитесь. Все равно после запуска второй машины, а вот он себя пришел, после запуска второй машины показывает остаток 82%. Поставил уже на зарядку, зарядка от сети, от автомобиля. Удобно то, что у него выходы есть, 2,1 ампер, можно нормальное устройство заряжать. Есть выход у него на 12, 16, 19 вольт. И два USB выхода, ну и фонарь. Здесь автомобильный разъем на прикуривание. Такая вот небольшая интересная штука. То есть большой пауэрбанк, который может запускать еще и автомобили. Здесь важно закрепить крокодила, чтобы контакт был хороший. Наверное, самое главное. Давайте. Подогрели 15 минут Рено. Запускаем. Хорошо, он не заводится, придется свечи выкручивать. Так, пробую я. Коробка робот. Газу 15% примерно дал. 30%. Все. Ну, вот так вот. Остаток в процентах 89 показывает. 89 остаток. Ссылочка на производителя внизу под видео. По моему промокоду будет скидка. Так, мы сейчас будем отсоединяться от треножки, пушку снимать. Начинаю схватывать у вас, вы сами ловите. Да, ловлю педальки. Момент, когда начинает чуть-чуть проворачивать, схватывать, а я доску начинаю прибавлять. Хотя все свой... говорят по инструкции, что нельзя, не, газ, а да, ну, даю. Да, и вот новое Рено. Тем не менее, я тоже сейчас добавлял педалькой газу. Так что машину надо ловить педалью. Те, кто говорят, сидя на диване, что нельзя нажимать на газ, ерунда полная. Нажимайте, ловите ее педалькой. Как лучше, выясняйте. Выясняйте сами, в каких условиях ваша машина лучше заводится. Снимай отсюда. Подержи телефон.
такой дебилик сейчас сидит в этом тазике, короче. Все, что? Да. Все, ждали, блядь. 15 секунд. Приехал за моторчиком. Спасибо, Леха, я тебе деньги пришлю, давай. Хорошо. Едем дальше. Замерз. Ну все. Час меня ждал, да, наверное? Крыша пошли. Приехал к Пассату. На Пассате девушка. Поставил пушку, греем. Пассата, защита на весь моторный отсек. Вот она начала отходить, железная. Поставил штору, запаковал маленько. Греем. Подогрели. Пушку вырубаем. Пробуем заводить. Так, я сюда не влажу. Твою мать. Так. Ага. Отодвиг ручной. Опа. Так. Заводим со своего аккумулятора сначала. Посмотрим, насколько он у нее живой. Нифига. Не живой. Живой, но не совсем. Ставил револтер. Чикает релюшка. Заводим. Как будто ему что-то мешает сильно. У нее, по-моему, выхлопная труба замерзла. Вот реально. Хотя дымок идет, но крутит не очень, с какими-то обрывами. Непонятно, как-то крутит совсем. Тебе как клинит прямо, это что за... С проводами подсоединились. Заводим. Завелся. Ну, тока ему много надо. Вот здесь револтер не справился. Пассату нужен больший ток на запуск. А револтер дает только 600 ампер. Здесь, видимо, 800, 850. Только с проводов запустился. Все честно. Показываю все как есть, без обмана. Что запускается, что не запускается револтером. Неудобно снимать одной рукой и рулить, и механику переключать. Телефон держать, надо камеру на лоб. Да ёпта, блядь. Это морковь едет на Kia. Сука, даже автобус ее обогнал.